В районе японского архипелага, Индонезии, острова Фиджи и Южной Америки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7, что привело к смещению Тихоокеанской литосферной плиты, которая продолжает смещаться. Движение плиты, в свою очередь, делает вероятной уже в ближайшие 8 дней серию крупных землетрясений магнитудой от 7,7 до 8,7 баллов в районе Северной и Южной Америки, Японии, Индонезии, Филиппин и Соломоновых островов. На юге Азии и в Европе ожидаются землетрясения мощностью до 5,2 баллов. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. На сегодняшний день накопилось достаточное количество общеизвестных и малоизвестных мировой общественности фактов, которые свидетельствуют о различных изменениях на планете, произошедших в относительно короткий промежуток времени. Это и ускорение движения тектонических плит, и рост темпа активности процессов, и обострение проблем общепланетарного характера. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга, сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.